Десятки пилотов и просто любителей острых ощущений поднялись в небо во Львовской области. Там стартовал фестиваль воздушных шаров. На открытии побывала и наша корреспондент Галина Якушко. Центр Трусковца сегодня заполнен огромными воздушными шарами. Сначала все конструкции выгружают из грузовиков, а потом купола раскладывают на площади по специальной технологии. Мы сейчас раскладываем на землю, потом ставим сюда вентилятор, пульку вытягиваем, вентилятором передуваем, оно потом надувается, полностью надувается. Мы начинаем ее подогревать, и она стоит дуваться. Несколько минут, и шары наполняются теплым газом. Потихоньку они поднимаются и тут же отрываются от земли, чтобы взлететь над Карпатами. Я помощник. Я помогаю папе и Вадику надувать шарики або что-то приносить. Второклассник Андрей приехал на фестиваль со своей семейной командой. Отцом, дядей, тетей и сестрой. Сегодня он впервые поднимется в небо. Можно летать, можно насладиться, как ты летаешь, можно подивитися на небо, можно подивитися на річки, можно подивитися на дерева дуже великі. І нам це все подобається. Главный недостаток воздушного шара – им невозможно управлять. Он летит туда, куда дует ветер. Только по ветру мы полностью поддаемся его воле и летим по направлению ветра. Только вверх-вниз управлять и все, и ловить потоки. Здесь около 10 экипажей. На борт они могут взять до 4 пассажиров. Невзирая на высокую цену билета, свободных мест нет. Все раскупили еще за неделю до слета. Галина Якушко, Ирина Голубинко. Подробности телеканал Интер, Львовская область.